Уже скоро в самом центре Курска появится уникальное музейное пространство. Работы много. В порядок приводят все от кровли до сводчатого подвала. Последним рассматривают вариант обустройства семейного кафе, чтобы можно было приятно провести время после экскурсии и отдохнуть. Но об этом пока говорить рано. До конца июня строители должны завершить демонтаж. Со старинной кладкой нужно работать предельно аккуратно, поэтому темпы реконструкции умеренные. В приоритете качество, а не скорость. Это здание мы должны и обязаны сохранить в том виде, в котором оно было запроектировано. И сегодня имеются все возможности для этого, чтобы мы ее восстановили и использовали дальше под краеведческий музей. После полной реконструкции в здании появится сразу несколько выставочных залов и не только. Обязательно здесь, конечно, будут предусмотрены помещения для фондохранилища. Площадь здания позволяет для экспозиции, для фондохранилища. Планируется также здесь разместить музей археологии. По проекту предусмотрено воссоздать утраченные элементы, имеющие историческую ценность – оконные и дверные проемы. Особое внимание уделят зданию со шпилем. Было возведено 3 этажа, это примерно 1900 год, а уже 3 этажа была пристройка, а уже 4 этаж и сам шпиль были возведены где-то в 1956 год. Вот, соответственно, конечно, особое внимание будет уделено реставрации шпиля, так как это как визитная карточка нашего города, она видна с разных точек. Все работы планируют закончить к концу 2024 года. Ангелина Яхонтова, Максим Леонов. События дня.